А почему штраф не оплачивает? Да, причины какие-то есть, нет на это? Причин нет, просто не хотите платить, да? 7000 рублей. Такова общая сумма штрафов. Заработал их водитель 25-й маршрутки сразу из-за нескольких нарушений, в числе которых не выдача билета пассажиру или выдача, но во время движения автобуса. Долг выявили судебные приставы в ходе межведомственного рейда с участием полиции и административно-пассажирской инспекции. Если не оплачивают штраф, вписываются ограничения уже судебными приставами, да, блокируется карта. Ну, там много очень санкционных мер, которые направлены на неуплату штрафа. Если иностранец, то направляется документ по поводу невыезда, въезда на территорию РФ. В базе неоплаченных штрафов и 5000 рублей за отсутствие защитной маски у водителя. Такой был выписан шоферу за рулем маршрутки номер 827. Это когда было? Это у вас исполнительное производство возбуждено от 16.06.2020 года. Уже год как прошел, почти. Из 23 проверенных водителей долги выявлены у 5. Общая сумма неоплаченных штрафов составила 25 тысяч рублей. На ликвидацию задолженности нарушителям дается еще 5 дней. Но это последнее предупреждение.